Бурятию сковали аномальные морозы. Синоптики прогнозировали на сегодня до минус 37 в северных районах республики. Однако столбики термометров опустились гораздо ниже. В Акинском районе температура упала до минус 49. Там учеников с 1 по 8 класса перевели на дистант. В Улан-Удэ из-за заморозков отменили занятия у школьников как первой, так и второй смен. Это коснулось начальных классов. В Баргузинском районе отменили занятия для всех учащихся. Там градус упал до минус 38. В Комитете по образованию Улан-Удэ отметили, родители сами принимают решение, идти ребенку в школу в морозные дни или нет. Главное условие – предупредить классного руководителя. Кстати, пропущенные уроки из-за погодных условий не считаются прогулами. Напомним, остаться дома при минус 35 могут ученики первых 5 классов, при минус 36 – первых 6, при минус 37 – до 8 класса включительно, при минус 38 – все школьники. Если же для детей сильные морозы – причина остаться дома, для водителей – проверка на стрессоустойчивость. Сегодня многие улан-удэнцы просто заморозили свои машины. По словам автоблогеров, услуги отогрева были на пике спроса.